На работу пешком, с работы пешком, на работе пешком, везде пешком. Так Алена Смирнова сложила составляющие своего пути к финалу прикольного состязания «Шагай вместе» с ВСМПО «Ависма». Для участия в конкурсе нужно было зарегистрироваться в социальной сети ВКонтакте и присоединиться к сообществу корпорации ВСМПО «Ависма» и шагать вместе с телефоном, счетчик которого фиксировал достижения дня. Всего в конкурсе приняли участие 45 салдинцев. Тройка лидеров обновлялась ежедневно. Но самыми активными оказались представительницы прекрасной половины коллектива корпорации. Итак, быстрее всех дистанцию в 300 тысяч шагов преодолела Эльвира Осетрова. Знаете, вот если бы без конкурса, ну, вряд ли бы я, приходя домой в 8 часов вечера, там, буквально перекусив 15 минут и отдохнув, шла бы еще в парк наматывать вот эти вот километры и шаги. У меня был прямо стимул, мне хотелось. А потом втягиваешься. Очень приятно получить подарок в конце всего этого мероприятия. На самом деле, говорю, не надеялась ни на какие призы, подарки абсолютно. Но желание победить было очень большое. Серебро челленджа выиграла наша коллега Ольга Примакова, выпускающий редактор газеты «Новатор». Я ходила из дома на работу пешком, ну и, собственно, с работы до дома тоже пешком. Живу в частном секторе. В один конец у меня где-то 4500, 4600 шагов. Вот так. То есть туда-обратно сходил, уже десяточку намотал. Да? Работа у нас такая еще. Это другим кажется, что мы сидим у компьютера. Нет, мы ходим по заводу. Еще помогла командировка в город, где я не была и мечтала побывать. И я просто там за 3 дня наматывала километры, чтобы как можно больше увидеть, запомнить, получить как можно больше впечатлений. Чуть меньше 300 тысяч нашагала бронзовый призер, уже знакомая нам Алена Смирнова. Совершенно случайно в ленте попалась сноска эта. Я просто тыкнулась туда, грубо говоря. У меня уже приложение это стояло по шагам, мое здоровье называется в айфоне. Все, то есть у меня оно, да, я каждый день смотрю, просто сама для интереса, я очень много прохожу каждый день. Тройки лидеров вручили внешние накопители плюс бутылочки для воды, которые обязательно пригодятся им на следующих маршрутах. А победительнице – корпоративный рюкзак. Участвуйте в корпоративных челленджах и получайте подарки вместе с ВСМПО «Ависма».